за последнее время я провела очень много фотосессий, потому что мне это нравится, и я прямо как заразилась этим демоном фотографирования, того, чего мне раньше не хватало. Очень возбуждена по поводу того, что мне хочется постоянно носить с собой фотокамеру, делать снимки везде, где только можно, и я начала замечать больше вещей. Расширился мой взгляд на мир, на то, что я могу фотографировать. И я считаю, что когда люди оценивают твое творчество, им это нравится, и они отмечают, комментируют твои фотографии, это очень приятно, и это дает тебе еще больше задор. И у меня за это время увеличилось на 2000 человек количество подписчиков сайте, и тоже, конечно, очень радостно. Я думаю, они окупятся в самое ближайшее время, если с чисто монетизированной точки зрения, а с душевной и моральной точки зрения они окупились уже давно, еще в самом начале, еще на самом первом занятии, когда на сверхпроработке и хорошей проработке я выполняла те задания, которые там были даны. Я расписала, в принципе, все свои положительные черты, все свои отрицательные, над которыми нужно работать. Я начала работать над собой. Банальное делание зарядки меняет человека буквально вот за несколько дней. И тебе кажется, что ты горы можешь свернуть. Вот начиная с этого и дальше, и дальше, и дальше, я просто, мне кажется, заразилась этим успехом. И чувствую себя намного лучше, чем вот до этих курсов. Поэтому, да, конечно, они окупают себя. Да всем. Я уже говорила об этом в аудиоинтервью, но это действительно выжимка, это самый сок. Это то, что человеку, который занимался, не занимался, то, что ему нужно знать о фотографии и то, что ему нужно знать о жизни. То есть он получает знания не только о том, как фотографировать, он получает знания о том, как настраивать себя, как настраивать окружающих людей и как, в принципе, преображать мир. Это намного больше, чем фотография, как я уже говорила. Это преображает человека в лучшую сторону. Это вдохновение не только в фотографии, но и в жизни. Заставляет тебя делать лучше каждый твой день. Не только в профессиональном уровне развиваться, но и просто себя на новый уровень вводить. Каждый день что-то новое, что-то лучшее. Ты лучше, чем ты, который был вчера.